победой Ульяновский театр юного зрителя вернулся с фестиваля «Сказочное королевство», который проходил в городе Севастополь с 1 по 7 июня. Участниками фестиваля стали 10 театров из 7 городов страны. Небольшой театр представил спектакль «Плих-плюх и прочие» по произведениям Даниила Хармса в постановке и художественном оформлении заслуженного артиста Российской Федерации Эдуарда Терехова. С севастопольцами мы познакомились осенью прошлого года. Мы туда поехали по федеральной программе «Большие гастроли». Собственно, в общем, этим гастрольным туром мы открыли всю большую федеральную программу «Большие гастроли» для детей и молодежи. И очень сдружились с этим театром. По результатам гастролей мы были приглашены вот на этот фестиваль. Ульяновский театр был тепло принят севастопольскими зрителями и получил высокую оценку членов профессионального жюри. По итогам фестиваля небольшой театр удостоен дипломами в двух номинациях – за лучшее пластическое решение спектакля и за лучшее художественное оформление спектакля. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».